На сцене талантливые амичи. Вот, к примеру, моя жена Даша может сигарету об язык потушить. Продемонстрируй. Не получится. Ребята, у вас есть друг, который живет в подвале? Нет. Вы совершенно меня не знаете. Мама говорит, ну на казашка. Но мне нравится Машка. Омск славится своей многонациональностью казахов. Кстати, пацаны, вы что опоздали? Я 9 мая праздновал. И как? С размахом. О, привет ему передавай. Так, а это что? Бизнес, рыбок разводим. Вот, хату отжали. И вот эти вот люди будут представлять город Омск. Это вы еще наших танцев не видели. Не отпускай меня назад, зови, зови меня, зови. Я не умею больше жить без достижения любви. Не отпускай меня. Инфо-цыган встретился со священником. Верь в себя! Верь в Бога! Верь в себя! Верь не в Бога! Не отпускай меня назад, зови, зови меня, зови. Я не умею больше жить без достижения любви. Такое могло случиться только в Омске. Раздевайтесь. А я учил. Не отпускай меня назад, зови, зови меня, зови. Я не умею больше жить без достижения любви. Когда сидишь в кинотеатре с девушкой, она думает, что ты сценарист этого фильма. А это они типа знакомые. Да. А куда он пошел? К бывшей. А зачем? Я не знаю. Ты вообще фильм смотришь? А куда ты пошел? А куда он пошел? Помогите. Не отпускай меня назад, зови, зови меня, зови. Я не умею больше жить без достижения любви. Не отпускай меня назад. Рано или поздно у каждого мужчины наступает такой момент, когда он должен сам себе купить трусы. А можно мне вот такие? Знаете, эти закончились, остались только эти. А вот эти подойдут. Ну, пойдемте тогда в магазин. Не отпускай меня назад, зови, зови меня, зови. Я не умею больше жить без достижения любви. Мало кто знает, но фильмы 18+ были и в Древней Руси. Афанасий! Чего это? Афанасий! Мне кажется, я в речке застряла. Ну ты грязная девчонка! Естественно грязная, я же в каме застряла. Не отпускай меня назад, зови, зови меня, зови. Я не умею больше жить без достижения любви. Не отпускай меня назад, зови, зови. Недавно в Омске изобрели первый российский ноутбук. Итак, презентация того самого ноутбука. Презентуйте! Мы смажем. В общем... Пока он только греет. А вот это хотя бы вот это окно можно открыть? Да, конечно. Мы тут периодически проветриваем. А как на нем фильмы смотреть? Ой, да легко. Пришел в кинотеатр и смотришь. Вот конкретно вы сейчас в 3D. Да мы вам на этот ноутбук 100 миллионов уже... Стойте! Последняя разработка. Обувь, которую не нужно шнуровать. Это тапки! У вас тоже есть? Вы что, издеваетесь, что ли? Стойте, стойте, стойте. Последняя разработочка. Ручка с невидимыми чернилами. Или не пишет, мы не поняли. Все, мы вас закрываем! Хорошо, закрывайте. Но ноутбук вы уже никогда не закроете. Не отпускай меня назад, зови, зови меня, зови. Я не умею больше жить.
Зачастую на разные детские соревнования отправляют вот такого дядьку из администрации, даже если это соревнования по киберспорту. Ну, Томашевские львы, чё проиграли-то? Да чё мы тинкера на минуту нафидили, они убили Рошана, взяли сыр и через спауну нейтралов снесли наш трон. Так, про сыр понял. А гол-то хоть забили? Да какой гол? Асана Фурионе вообще плохо пушит. Так, Асана, ты почему плохо пушаешь? Главное, все хорошо пушают, а он плохо. Ну же как, потренировался, попушал. Ага, еще он плохо хукает. Кстати, насчет хукать. Перед автобусом все похукайте, чтоб потом остановок не было. Да как вас вообще с нами отправили? Ребят, я же раньше тоже киберспортом занимался. Пока колено не вылетело. Установка по кайфу, мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу, я тебя поцелую. Я тебя украду на глазах у друзей твоих прямо сейчас. Дорогие друзья, вы знаете, сегодня каждая команда будет хвастаться известным человеком из своего города. Вот, к примеру, у Архангельска Михаил Ломоносов, у Челябинска актер Александр Паль, у Арзамаса писатель Максим Горький. Вы спросите, что на это ответит Омск? Вот! Ева Элфи. Для тех, кто делает вид, что не знает, кто это, я сейчас объясню. Она не поступила в университет, который основал он. Снимается совершенно не в тех фильмах, в которых играет он. Но для всех нас она стала настоящей классикой. Омск. Город, где рождаются звезды. В городе, где нет метро, по утрам холодеет мое утро. По глазам быстро мимо мелькают дни.